Миссис Боулс, кто-нибудь дома? О, Господи. Погодите-ка. Письмо. Боже правый, только бы она не... Скорее, надо поискать. Миссис Боулс! Миссис Боулс, вы здесь? Миссис Боулс! Миссис Боулс, слышите меня? Очнитесь! Очнитесь! Я вызову скорую. Нет. Я не хочу в больницу. Нет. Ладно. Найдется чем-нибудь перевязать рану? Да. Наверное. Лежите. Не двигайтесь. Сейчас вернусь. Думаю, в ванной должны быть бинты. Так, мне нужно это и это. Повязка наложена, кровь должна остановиться. Хорошо, что раны не глубокие. Ну, как себя чувствуете? Нормально? Ребенок. Мне надо к дочке. Ну, хорошо. Вы полежите, я позабочусь о ребенке. Ладно? А вы умеете? Справитесь с ребенком? Я детектив. Я умею делать все. Ее зовут Эмили. Ясно. Мамочка вроде в порядке. Теперь посмотрим, как дела у младенца. Вошел сюда в роли частного детектива и вдруг перешел в амплуа няньки. Привет, Эмили. Ну, что тут у нас тряслось?
О! Судя по запаху, пора сменить подгузник. Итак, как там это делается? Вот так жизнь наладилась. Хорошо с сухой попкой. А, Эмили? Эй, что такое? Мы же вроде все уладили. Может, она голодная? Ну, конечно. Я знаю, почему ты плачешь, сокровище. Мама Скотти сейчас все уладит. Сначала надо подогреть. Может, она голодная? Проголодалась, а? Погоди, я наклоню бутылочку, чтобы ты не захлебнулась, ладно? О, молодец, Эмили. Теперь ты довольна, да? Так. Теперь я тебя чуть-чуть покачаю, чтобы ты сладко-сладко заснула. Хорошо? Давай. Я, конечно, не профессиональная нянька, но, думаю, справлюсь. Спасибо, что помогли с дочкой. Я не хотела ее бросать. Я просто отчаялась. Я не могу жить без Джереми. Он был таким славным. Не представляю, кто мог его убить. Вы что же, растите ребенка одна? Разве отец Джереми с вами не живет? Он пропал. Вскоре после Джереми. Я не знаю, что на него нашло. Может, он не вынес удара. С тех пор мы с Эмили остались совсем одни.
Я просто больше не могу. Я понимаю. А муж ничего не сказал вам, прежде чем уйти? Не оставил никакой записки? Нет. Не было никаких записок. Только какой-то мобильник. Мобильник? Да, я нашла телефон в его ящике. Он точно не его, я бы заметила. Пыталась включить, но он не работает. Взглянуть можно? Да, он... Он в ящике, в гостиной. Возьмите, если вам нужен. Мне от него уж точно никакого проку. Никто из ваших родных не может помочь? Ну, моя мать. Я бы не хотела просить ее. Мы с ней совсем не ладим. Но, видимо, придется. Берегите себя и Эмили. Да, я обещаю. Пока, Эмили. Позаботься о маме.